Использование функции «Дифференциальная диагностика». Функция дифференциальной диагностики ВИСИ помогает подобрать правильный препарат в соответствии с симптомами опрашиваемого пациента, позволяя утвердить или отвергнуть предлагаемые препараты. Эта функция особенно ценна при поиске правильного препарата, поскольку выделяет наиболее характерные симптомы, относящиеся к предлагаемым препаратам. После того, как нажата кнопка «Решить», на экране появятся предлагаемые препараты. Нажмите «Дифференциальная диагностика». Экспертная система дифференциальной диагностики выполнит анализ наиболее подходящих препаратов и сформирует новые рубрики в четырех различных категориях. Новые рубрики отображаются красным цветом. В первой категории приведены основные дифференциальные симптомы. В категорию «Основные дифференциальные симптомы» входят наиболее важные отличительные симптомы, соответствующие наиболее часто встречающимся препаратам из списка результатов. Для добавления рубрик в анализ пациент опрашивается на предмет предполагаемых рубрик. Все подтвержденные пациентом рубрики выбираются с указанием степень проявления симптомов по показаниям пациента. Общий, усиление при движении, во второй категории приведены основные ключевые симптомы. В категории «Основные ключевые симптомы» отображаются первые 5 препаратов из списка результатов в порядке важности. При выборе одного из указанных препаратов ниже приводятся самые важные ключевые симптомы для его использования. Можно согласовать препараты с пациентом и, если необходимо, добавить симптомы с указанием степени их проявления в рамках анализа. Арсеникум. Встревоженность по поводу здоровья. Брионья. Сухой стул. В третьей категории приведены дифференциальные симптомы для конкретного случая. Предлагаемые дифференциальные симптомы для конкретного случая тесно связаны с рубриками, уже указанными в анализе случая. Эти рубрики являются результатом сложного поиска в репертуариуме, обычно занимающего продолжительное время. ВИСИ позволяет выполнять подобное действие быстро и точно. Отображаемые симптомы после того, как они утверждены пациентом, помогут выделить предполагаемые препараты и подтвердить из них самые вероятные. Ощущение тяжести в желудке после еды. Четвертая категория. Это симптомы для малых препаратов. Симптомы для малых препаратов, подтверждающие рубрики, содержащие информацию о специализированных препаратах, связанных с данным случаем. Отображаемые рубрики соответствуют другим ключевым симптомам для данных препаратов. Они могут быть полезны при поиске необходимого препарата. После выбора необходимых рубрик повторно нажмите «Решить» для использования экспертной системы и получения нового списка предлагаемых к использованию препаратов.